В руках у Димы деревянные нательные иконы – подарки военнослужащим на крещение. Идея создания возникла после патриотической акции «Диктант Победы» в парке «Патриот». Юноша вдохновился книгой «На войне», которую подарили всем участникам. В ней особенно ярко описывается роль божественной помощи бойцам. Посоветовался с семьей, приняли решение о том, что данную идею воплотить в жизнь. И дальше начали продумывать. Именно к такой модели пришли из-за того, что на войне в тяжелых условиях каких-то больших икон, их почти нереально носить, очень тяжело. А такие, как мы делаем, карманные и нательные иконы, они всегда при себе и помогают бойцу. Первую партию Дима изготовил за новогодние каникулы. Всего 34 иконы, которые бойцы смогут носить как медальоны или в кармане. Деревянные образы Архангела Михаила из клёна и граба Дима вместе со своей семьей изготавливает в мастерской прямо у себя дома. Вот эта икона обработана патиной. До этого была произведена грунтовка лаком. Перед этим шлифовка и, соответственно, вырезание на фрезерном станке и доработка вручную. Перед отправкой на передовую иконы осветил священник Александр Красильников в Георгиевском храме в Одинцове. В реализации идей старшекласснику всегда помогает вся семья. Акцию планируют продолжить и в будущем. А пока на фронт еще отправят письма для солдат со словами поддержки, которые Дима пишет совместно с одноклассниками из своей школы. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».